Десятки тысяч человек собрались в четверг на центральной площади Мехико, чтобы выразить протест против того, как ведется расследование по делу о похищении 43 студентов. Они пропали в конце сентября, когда стражи правопорядка задержали в городе Игуала участников марша против реформы образования. Родственники предполагают, что в дальнейшем полиция передала их в руки наркокартеля с одобрения мэра и других официальных властей. По этому делу уже арестованы несколько десятков человек, однако судебный процесс, по мнению многих, затягивается, а похищенных так и не вернули, несмотря на уличные выступления. Вот уже несколько недель периодически происходят стычки демонстрантов с полицией, в ход идут дубинки, камни и бутылки с коктейлем Молотова. Мне кажется, правительство прогнило от коррупции, несправедливости, погрязло в бизнес-интересах, слившись с наркомафией. Поэтому мы обязаны бороться с ними, они должны ответить перед нами за все. Участники демонстрации скрывают лица, поскольку всерьез беспокоятся за свою жизнь. Связи коррумпированных чиновников с бандитами и произвол все чаще выводят молодежь на улицы. Некоторые магазины в центре города даже специально за несколько часов закрывают витрины и двери, чтобы с минимальными потерями пережить очередную волну беспорядков.